Заводите машину осторожно. Ну же, шевелись! Я мигом. Да, сэр. Чего я не пойму? А теперь в бой. Джеки Чан, да, сука? А? Джеки Чан, да? Пожалуйста, не убивай! Достойный образец. Эти умные, преданные существа были готовы изменяться, чтобы угодить нам. И все же, несмотря на это, они не сумели. Человеку плохо. Врача, врача! Позовите врача! Шевелись! Будет сделано. Че, я не пойму. Скользнулся, ну, человек, уже, но бывает. Давай. Ну а че? Да, сэр. А че нам сказали? Везите осторожно. Спешу. Упс. Сканирую. Шаолинь. Есть. Поехали. Подвигаюсь. Я перезарядился. Аккуратненько, да-да-да, такой. Эц. Эц. Я снова в строю. А тоненького. Продолжим. Я уже там. Я мигом. Ой. К бою готова. Ух, бля! ДТП, водитель хочет скрыться. Уже иду. Вас понял. Держу сектор. Преследую гонщика. Ясно. Ну, подходите. Не, а что дороги не посыпают? Кажется, это не сильно проканает. Выключайте двигатели, выходите. Выполняю. Враг обнаружен. Вы убьете кого-нибудь, если будете так водить. Платите штраф. Это редкая сила, которая рождается лишь в самых покорных. Делай себя одолжение. Если ты знал, брат, что я везу. $50 для того, что лоб в лоб влупил. Мне кажется, это... Ты представляешь, если бы он чекнул, что в машине? Мизери Лейн, квартира 233, 2 часа спустя. Спешу! Двигаюсь на позицию. Спешу! Сицилия. Смотрю внимательно. Что привело тебя в Штаты? В Штаты. А что тебе билет купил?
Не умничай, Джо. Мой отец был человеком чести. Когда Муссолини пришел к власти, дела пошли плохо. Отец понял, что или меня заберут в армию, или я сяду. Так что выполняю. Вижу цель. Атакую. Они даже не вернули тело, чтобы мы могли его похоронить. Да, жестоко. А где ты так выучил английский? Вот они, черные машины. Уже иду. Сними его, пока он не добрался до здания. Готов? Ладно, я готов. Ладно, наш выход. У них пушки, вон там, в том окне. Ой, тварь, а. Иду к точке. Повису. Первый, Вита. Вижу, у нас, блин, герой войны. Вперед, мы прикроем. Идем за тобой, жердяй. Я захожу. Ладно, Вита, поплыли. Да стоп, и это все, чем меня порадует? Кто-то попал. Эй, я здесь, сволочь. Давай, быстро, пошли. Не шутя! Жестко. Так, все. Концентрация. Нормально. Играй меня, Вита. Сразу уж хотела с тобой ссориться. Направляюсь на точку. Живее, Вита. А то жертвяю ведет. Иду. Ты первый, Вита. Ты же у нас, блин, герой войны. Вперед, мы прикроем. Мы идем за тобой, жердяй. Я захожу.
Двигаюсь на позицию. Что с тобой, черт побери? Вот на чеку, Вита! Помогите мне. Эй, придурок! Сюда! Перекусил салага! Охренеть. Стреляй! Эй, помоги! Ты в порядке? Держись! Меня так просто не возьмешь. Мигом. Допустим. Давай. Ты кнопку, Вита. Живее, мы на лифте поедем. Ты что это творишь, Арчо? Я пить хочу. Клевую выпивку попробуем. Пьем на работе, да? Когда это ты стал ирландцем? О-о-о. Господа. Вот они! Двигаюсь на позицию. Все, поехали. Поехали. Здесь тут целая армия. Папа. Нормально. Поняла вас. Замечена группа Иисус противника. Привет, свинка наверху. Такой же. Это была единственная цель его создания. Но он не нужен нам. Он ничем не может нам помочь. И все же есть надежда. Ибо придет и умный. Все. Прячешься, уродец. Мчусь туда. Ну? Ну же, шевелись! Вас понял. Я уже там. Не убивай! Черт!
Дон. Враг еще дергается. Он уже кровью истекает. Шевелись. Здесь мы этого вальнули, погоди. Эй, осторожно. Двигаюсь к точке. Будешь ты дальше сам. Лечу туда. Не хватит обижаться. Я всего лишь кровью истекаю. Нас обстреливают. Все гребаные заведения разваливаются. Я понял, как это работает. Я их все не стреляю. Вот это вообще мне зря такое дали. Проверь там. Чё, пацаны? Как у вас дела? Нет. К бою готов. О, боже. Я пошла. Ясно. Уже двигаюсь. Черт. Сейчас будет больно. Если я не доеду. Эй, не смей так говорить, приятель. Просто царапина. Доктор быстро тебя заштопает, а потом мы пойдем и напьемся. Нет, правда. Выступаю. Тебе нельзя говорить. Побереги силы. Я как-то видел это в кино. Да? Ну ты же, шевелись. Ты с тем парнем в кино? Он вооружен! Буду стрелять на поражение! Господи, ты будешь? Вас уже понял. Бабушки. Я видел, что за машина, бабушка. Вас понял. Ясно. Так, здесь методом скольжения. Извините заранее. Не, скольжение. Скольжение, пацаны, здесь не канает. Поехали. Знаешь, что заставило бы меня ехать быстрее? Ты. Время убивать. Метод скольжения вообще не работает здесь. Хотел, понял, углануть. Ну что, что, сынок, страйк, ёпта. Давай, эта штука что, быстрее не может? Не может. Возьми, еду как могу. Значит, плохо можешь. Просто могу нормально, да? Опа! Я в пути. Не расслабься. Вези меня к Эль Греко, мать твою. Давай, давай. Давай. Ну, пожалуйста, газ, газ, газ. Какая же это прекрасная машина. О боже мой, она просто великолепна. Если я не доеду. Эй, не просто жмешь газ, она такая. Просто царапина. Доктор быстро тебя заштопает. Не, мы пойдем и убивать. Не, правда. Двигаюсь на позицию. Берите силу. Я как-то видел это в кино.
Да? И что стало с тем парнем в кино? Помер. Господи, ты водишь хуже моей бабушки! Он вооружен! Буду стрелять на поражение! Ясно? Найс, тормозной путь, ребята! Вас понял, двигаюсь к цели. Это лучшая машина для побега. Да ёб твою мать! Рост футов 6, среднее сложение. Вас понял, двигаюсь на позицию. Иду на позицию. Продолжаем нашу поездку. Газ, Генри там потеет, как шум. Иду. Знаешь, что заставило бы меня ехать быстрее? Ты! Я пошла. За дело. Спасибо! На тоненько. Есть, выполняю. Время, я вижу, вижу, ребят. Лечу туда. Я понял, короче, они так пошел. И будут. А, нет. Черт возьми, еду как могу. Значит, плохо можешь. Просто расслабься, а? У меня в ноге дырка, смяч для гольфа. Остановись, остановись, пожалуйста, 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 остановись, пожалуйста, кто-нибудь, машина, остановись. Давай, Пит, такими темпами мы бы давай, 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 греби. Давай, моя хорошая. Так, парни, кто этот тип? Какой? Которого мы Генри везем. Грека? Врач. Ему баксы, он тебя штопает, и никаких вопросов. К нему ты идешь, когда тебе нельзя в больницу, гений. Не понимаю, чего в больницу-то не поехать? Потому что если ты припрешься в больницу с пулей, они сразу вызовут копов. Да, так что ли, Грека, ребят вроде нас видят часто. Хотя тебе он вряд ли пригодится, Витя. На тебе все как на собаке заживает. Выступаю. Господи, отче наш! Куда, дебил? Выдвигаюсь. О, боже! Да. Кстати, немного. Мы будем у Эльграка через минуту. О, боже. Помрет, сам хоронить будешь. Бегу. Я сейчас чуть не... и все. Бегом. Это лучшая машина, чтобы доставить человеку на тот свет. Просто вот, вот прям прямиком на тот свет. Я уже там. Нет, 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 нет. Мчусь туда. А, резкий поворот. Выдвигаюсь на позицию. Знаешь, что заставило бы меня ехать быстрее? Ты. Выдвигаюсь. Пора пробежаться. Господи. О боже, ну пожалуйста, едь! Куда-нибудь, машина! Мы почти на месте, почти. Вот почти, вот мы уже близко, мы подъехали. Все, я заезжаю. Ну уже, давай! Куда, 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 мой хороший? Я вот уже здесь, все, здравствуйте. Первый раз. Легчайший. Легкая просто. Вы доктор Эльграка? Нет. Художник, блин. Нашему другу нужна помощь, он истекает кровью. Спасибо, доктор. Теки нами должок. Несите его в дом. Эллода. Стой. Деньги свои возьми. За работу. Вот. Я уже там. Эксперт. Спасибо. Эй, спасибо за все. Надеюсь, обойдется. Да. Я тоже. Ну уже, шевелись! Зайди потом ко мне. Ладно. Бегом! Две тысячи бочинских. Слушайте, это мы теперь бате можем долг загасить. Батина долг. Название серии. Давайте. Я, кстати, даже не заметил, как. Час 15, между прочим. Название серии, давайте. Я уже там. Что-то с Генри. Что-то с Генри. Генри. Зацепила! Нас обстреливают!
Направляюсь на точку. Что-то с Генри и с типом, которого мы накрячили. Скоро буду. Интересно. А почему именно циркулярка? Она не раскрывает суть названия. Не напрасны. Скоро, скоро мы обретем искупление. Что-то с должником. Что-то с должником. Генри здесь не на первом плане. Он схватил пулю в конце серии. Мы ехали именно к должнику. Кстати, толстый должник — это довольно простое и емкое название. Вас понял. Двигаюсь к точке. Лечу туда. А вот, кстати, борьба за жизнь. Ну же, давай. Это и толстый боролся за свою жизнь. Бегу. И Генри боролся за свою жизнь. Готовность. По-моему, борьба один. За жизнь — это прям иду. Вот обрисовывает целиком все. Ясно. Начинаю наблюдение. Да. Неплохо. Так и назовем. Борьба за жизнь. Ставь лайк, подписывайся на канал. 5 колосей, новая серия. Удачи всем. Всем пока. Поехали. Здравствуйте, дорогой YouTube. Всем привет, с вами, как всегда, я, Леха. И гениальное прохождение Мафии 2. Боже мой, сколько ты этот ждал. Мафия 2, Дефинития. Вита Скалетта? Да. Что нужно? Вы арестованы за незаконный оборот федеральных талонов на бензин. Я уже... Пройдемте. Кто я? Меня сдал один из заправщиков. Меня опознали по описанию, нашли маму и заставили рассказать, где я живу. Но на кого я работал, они не знали, а я не стал рассказывать. За шо? Есть внимание. Все, пацаны, стоят два стула. Генри нашел мне адвоката на деньги Клементе. Я был по уши в дерьме, но хоть было чем его хлебать. Только выбрались. Было бы куда хуже, если бы федералы знали о других планах художеств. Стратегически важных ресурсов в военное время. Ты фронтовик и кавалер государственных наград. Адвокат был хорош, но даже он меня не вытащил. Дело было гиблое. 3 месяца спустя огласили приговор. Викторио Антонио Скалетта. За преступление против города и нашей великой страны вы приговариваетесь к 10 годам лишения свободы. Ты что, с ума сошел? Старый! Сколько? Бегу! Я... Начинаю наблюдение. А, тюрьма не буй, сиди кайфуй. Вот они. Двигаюсь к точке. Учусь. Я сразу говорю, вгрызусь в кадык. Если сейчас меня кто-нибудь попытается в тюрьме здесь отпетушить, вгрызусь в кадык и умру молодым. Воры, убийцы, педофилы, все они здесь. Худшие из худших. Так, в строй, джентльмены. Марш за мной по одному. И не болейте, дурака. Этот готов. Значит так. Главное мыло не ронять. Да, сэр. Слушай. Все, да. Все, да, Сережа. За шо? За шо? Ну же, шевелись. На, юб. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!
Вот он, ёп! Вот оно! Вот оно! Вот они! Пошли, уроды! Хочешь проблем, Катюк? Я... Простите, я не могу. О, неси швабру! Это очень актуально в наше время. Тебе что нравится, придурок? Быстро! Встал и вернулся в жилье! Нет! Эй, ты, умник, чушь, не заставляй меня повторять. Шренду. Да за что? Слышь, ты, пёс пучеглазый! Давай, давай, давай! Ты чё, чёрт? За что? Двигай! О, сука. Я запомнил. Действуй. Я с садомитом. Стоять на месте, направо, на другое право. Слушайте, кретины, я капитан Терен Стоун, и это моя тюрьма. Вы попали сюда потому, что не умеете жить, как нормальные люди на свободе. Запомните, уроды, я ваш хозяин. Осуждаю, хозяин. Делайте, что я сказал, или очень пожалеете. Слушаюсь. Я вам так натяну, до небес орать будете! Осудительный момент, это что такое? Мы вас пустим с поводка, но только чтобы грязь. Вот и подлога. Что такое шеренгой за мной? Разговорчивый. Этот момент в тюрьме подрезали. О! Добро пожаловать в салон красоты, дамочки. Сканер готов. Будете прям как милашки. Эй, мне тоже? У меня там нечего стричь. Рот закрой, лысый. Иди пописай, ёпта. О боже. Это нещадная игра. Спасибо. Этот момент тюрьме подрезали с фильмом «Побег из Шоушенка». Ибо наша физическая форма... Ладно, поехали. О, там симулятор тюрячки. Эй, пришел тюрьма. Делай, что сказано. Толкнешь, сосешь. Слушай, красавчик, или делай, как сказано, или пожалуйте в кассу. Со мной. О, у вас тут вечеринка, да, я так понимаю? Мужики, фартук в масле, я томат, оливье, фруктовый сад. Здравствуйте. С Новым годом! Дом, милый дом, лезь! Отбой! Что а возомоченную скважину, как ты любишь маму мою! Осуждаю. Все? Все, Сережа, доигрался? Мамкин Генстер. Все? Все, да? Вот он мой дом на следующие 10 лет. Выглядел он паскудно и пахнет лучше. Кланяться пулям в Европе и только лучше. Все? Витя по кличке Мельница. 3 дня я удовлетворенно пялился в стену, а потом получил весточку от Джо. Оказывается, тут есть некий Галан, который вроде бы может помочь. О, вот, движение очень движение. Можно выжить самостоятельно. Движухи, движухи, пошли. Стоуна, любое проявление насилия будет караться заключением в одиночной камере и дальнейшими дисциплинарными мерами. Значит так, отыгрываем бунтовщика, да? Типа, знаешь, такого прям, дерзкого. Как в этом, как он фильм-то назывался? А, кто тут у вас самый лютый вообще да в блоке? Да что вообще творится? Смотрите, корабль. Простите, где мне найти Лео Галана? Похоже, он превращается... В черную дыру. Большой стенд, да-да-да. Эй, он так близко. С Голланды. Не покажешь, где он поглотит землю. Никогда не слышал. Эй, я ищу Лео Галланд. Ты знаешь, где его? Пошел вон, дубина. Понял. Всем работникам кухни на кухню.
Ваша смена. Всем работникам кухни на кухню. Ваша смена. Кто поставил нас? Бомба. Центр, я ухожу. Никто не вернулся. Больше ждать невозможно, сэр. Я тебя знаю. Сэр, корабль чужих движется. Движется? Который был с Барбаром в ювелирке. Куда он движется? За решеткой подыхает. Вверх. За решеткой, потому что у тебя мозгов нет. Знакомые лица. Парни, мама была права. Бог он есть. Согласен, я когда последний раз не виделся, она так и сказала. Это он послал тебя сюда, ублюдок. Чтобы я тебе отплатил. Опа! Лаки Панч, что ты на это скажешь, сынок? А? Вопросы? А это любопытно. Небольшое пари. Оп! Подери мозги! Что ты на это скажешь? Оп! 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 Смотри! Оп! 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 Давай! Тормоз переросток. Оп! 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 Смотри, и туда! Крючка! Опа! Опасно! Это будет попой. Смотри! Оп! 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 Нормально, нормально, я так всегда делаю. Пропускаю, чтоб, ну, не сильно. Да, пришли таких тощих петухов! Рой Джон, знаешь, кто такой? Кореш мой. Смотри, хук! Еще, хук, жестко! Ой, бля. Оп, оп, оп! Вышиби ему мозги! Оп. Давай так, кто проиграет, тот поедет в этот. Очки драить. Оп, 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 оп. Вопросы? Давай, жесткий! Бей ему зубы! Оп! Опа! Ты чё, ты чё, ты чё, ты чё? Ой, бля... Разойди! Да, слушай, хватит! Пошли его! Рысь! Посиди и подумай над своим поведением. Вдруг поможет. Да ты чёрт ты! Закрывай! Блядь. Кто ж знал, что он КМС по боксу?